Сегодня на станции «Червоный берег» Жлобинского района урочисто открыли мемориальную дошку, посвященную уникальной операции, которую здійснила спецгруппа Народного комиссариата Державной безопасности БССР «Храбрацы». На территории Беларуси она действовала с 1942 года на рахунку свыше 100 диверсийных операций. Але самую уникальную 5 червня 43-го группа провела у Червоном березе. Связный чыгуначнік Рыгор Навуменко поведомил об составе, который находится у тупику и узмоцнено оховывается. Причем все вагоны были обклеены черным материалом, а вартовники оховывали состав у супрацьгазах. Диверсийная группа неузабаве пустила под отхон черный шалон и таким чином разгадала его таємницу. Высветлилось, что в вагонах находились боеприпасы с отручивающим речевом, которые гитлеровцы планировали применить на Курской дузе. Узоры боеприпасов передали в Москву. У вынику отбылася встреча Сталина и английского лидера Черчилля, после якой премьер-министр попередил Германию об недопущальности применения подобной зброи на советско-германском фронте. В отворотном выпадку Великобритания пообещала применить химичные боеприпасы на территории Германии. Наверное, очень символично, что у нас есть здание, на которое можно поставить и прикрепить памятную доску, чтобы люди, приходя, покупая билеты, проводя время на железнодорожной станции, они ощущали, что это не просто так здание, что оно несет в себе посыл к тому, что Родину надо защищать, и те люди, которые это сделали, мы их помним и будем чтить и дальше.